На перекрестке улиц Яблоневой и Центральной деревни Мамоново обычно оживленно, ведь здесь располагаются гостиницы, супермаркет и остановка общественного транспорта. Да и дорога расходится сразу в несколько направлений. Но на протяжении последних месяцев жители деревни Мамоново мучает жуткий запах канализации, нахождение на этом участке стало невыносимым. Многократное обращение местных жителей, что идет слив канализации, канализационных вод. Прошу принять меры, наверное, прокурорского реагирования за такие вещи. А сейчас весна у нас на носу. Эпидемия вспыхнет, не успеем и ахнуть. Инициативная группа во главе с администрацией поселка в очередной раз отправилась с проверкой по улицам деревни, чтобы выявить нарушителей и разобраться, кто недобросовестно сливает отходы на улицу. Вот начиная с февраля месяца здесь идет слив канализации, причем не очищенной канализации. Это свидетельствует о том, что в пруд сбрасываются канализационные стоки, неочищенные, с этих улиц. Мы предпринимали ряд мер по тампонации колодцев, которые находятся здесь. Выкапывались трубы по улице Цветочной, которые были проложены под детской площадкой и выведены напрямую вот в этот пожарный водоем, который превратился из пожарного водоема в выгребную яму. Представители администрации депутатского корпуса вместе с сотрудниками полиции отправились к собственникам жилых домов, которые ранее уже привлекались к ответственности за незаконный слив неочищенной канализации. И как убедились присутствующие, собственники дома приняли к сведению все предписания по устранению неполадок и, установив дополнительное оборудование, справляются с очисткой канализационных стоков. Мы все устранили, все сделали. Соответственно, поставили дополнительные сооружения, всю воду мы выкачиваем. Но вопрос остался нерешенным, так как закрыли визуальные трубы, а все, которые не визуальные трубы, они остались также. Также вся деревня туда выкачивает свою воду, хотя говорят, что это мы сливаем, показывают на нас пальцем, так как у нас дома побольше, чем у них. Поэтому решили свои проблемы одним домом решить. Но мы свои вопросы решили, поэтому вопрос надо решать и с другими людьми. Администрация поселения и местные депутаты заявили, что будут держать этот вопрос на контроле и приедут сюда с проверкой еще.